с момента основания бригады я здесь служу. Ну и как бы бригада почти как дом родной. Помогаем товарищам, которые идут впереди, проходить через водные преграды. Тут очень тяжелый труд на самом деле. И как бы приходится действовать на переднем крае практически. Ну а кому сейчас легко? Кто-то же эту работу должен делать. Когда мы заходили только, вот когда в первую командировку, было тяжело нам, конечно, потому что ну, в таких условиях мы первый раз оказались. Я думаю, что мы выполнили задачу на 100%. Как бы это у меня не первая командировка, я и участвовал в военной операции в Сирии, то есть, ну, и поэтому как бы мне немного проще, так скажем. Это как бы не только работа на технике и с техникой, это работа и с людьми. Это на самом деле интересно, если в это дело как бы, не знаю, влюбиться, что ли. Или... Оно затягивает на самом деле. Если действительно не воспринимать это как работу, а как службу. Если ты пришел на службу, значит, надо служить, как бы есть документы определенные, которыми ты должен руководствоваться, как бы, ну, все. Я отношусь к этому положительно, меня все устраивает, служить хочу, отпуск не хочу. Родных устраивает, жена из семьи военных, двое детей, как бы, и все положительно к этому относятся, будем дальше служить. Есть у меня, вот, ну, жена, отец, он... заместитель командира части по тылу был, подполковник в отставке. И в семье старший офицер, как бы для меня он, скорее всего, примером будет в дальнейшем и сейчас. В первую очередь я бы, наверное, пожелал своим сослуживцам крепкого здоровья, терпения и воли. Потому что без здоровья и без терпения служить как бы тяжело будет. Поэтому, скорее всего, здоровье, чтобы было, а остальное все приложит.